проснулся? Мактепор Виртута, я чаю принес. Магистр Диксит, спасибо. Ты давно тут? Я говорю, чай принес. Только зашел. Солнце еще не встало, но уже скоро. Не волнуйся, мы уже почти все приготовили. Сегодня важный день для тебя. Не забывай, это твой долг. Ты справишься. Мактепуар Виртута? Магистр Диксит. Я принес. Спасибо. Ты готов? Я могу еще немного побыть один. Я понимаю, это трудно. Но когда это произойдет, ты почувствуешь невероятную внутреннюю силу. Оставлю тебя. Подожди. А как же тогда шестая заповедь? Как быть с этим? Неужели Бог допускает это? Не будь глупцом. Убийство по своей природе естественно. И каждый уже может выбирать сам. Но в таком случае можно оправдать любое убийство. И каков тогда смысл всего? А речь идет об осознанном поступке. Нет оправдания тому, кто убивает за деньги. Нет оправдания умалишенному убийце. А вот убийство ради высокой цели – это и есть наивысшая форма человеческой свободы выбора. Убийство ради спасения своей семьи не есть грех. Это храбрость. Убийство для защиты своей чести не есть грех. Это жизненная необходимость. Ведь униженный человек в душе умирает сам. Но кто нам дал это право выбора? Откуда мы знаем, что имеем право лишать кого-то жизни?
Ведь, по сути, мы лишаем этого выбора свою жертву. Убийство не может быть совершено под действием эмоций. Оно должно быть осознанным. Идею нужно вынашивать в душе и разуме, как мать вынашивает ребенка в своей утробе. Если же ребенок благословлен Богом, он будет рожден и будет жить. Если же нет, он умрет зародышем. А совесть? Что же тогда делать с внутренним голосом? А это не внутренний голос совести, это страх. И страх отнюдь не перед собой, не перед Богом. Это страх быть осужденным. Трогай. Пошел. Пошел. Когда первый человек взял в руки камень для защиты своего племени и семьи и ударил другого человека, он не боялся быть осужденным и не чувствовал страха. Единственное, что им руководило, это желание отстоять свои права. Это гордость. Гордость – это наивысшая движущая сила человека. И когда человек теряет свою гордость, он теряется как личность. Стой. Мы пройдемся. Все, езжай. Если следовать данной логике, то человек, потерявшийся как личность и потерявший гордость, должен потеряться для Бога и для общества? В каком-то смысле, да. Он перестает... Он перестает нести главную энергетическую ценность человеческой жизни. А как же любовь? Я думал... Любовь – это главная энергетическая ценность и сила человека. А любовь невозможна без чувства гордости. Да, можно влюбиться в проститутку. Но человек, имеющий чувство собственного достоинства, с каждым днем все больше и больше будет грызть себя изнутри. Эта мысль, как червь, пробравшийся в яблоко, будет выедать его нутро, пока не начнется процесс гниения и червь не съест его полностью. Ты когда прыгал с моста, ты думал, что ты умрешь. Но природа решила иначе. Ты остался жив. А у нее не бывает случайностей. То, что ты остался жив, это знак. Ты говоришь, что у нас есть свобода выбора. Почему же сейчас ты толкаешь на это меня против моей воли? Против твоей? А не ты ли говорил, что ты хочешь отомстить за предательство? И я поддерживаю, да. Женщина, которая предала своего мужчину, должна быть наказана. И лучшее этому наказание – это смерть. Но я не заставляю тебя это делать. Я пытаюсь открыть тебе истину, вразумить тебя. А если я откажусь это делать? Это сделаем мы.
Но зачем? Зачем мстить, если я этого не хочу? А это не месть. Это акт очищения. Сделаем это мы или ты. Нет разницы никакой. Наказание неизбежно. И как я должен это сделать? Убийство должно быть совершено только священным ножом. Жертва должна знать, что ты сейчас ее убьешь. Никаких тайн. Ты должен смотреть своей жертве прямо в глаза. Мало морі, ком фуедарі.